Это я все еще в Питере сегодня. Какое же сегодня число-то? 7-е, что ли, уже? 7 апреля. Улица Полтавская от Невского проспекта идет. И вот я по ней пришел к храму. Вон в лесах идет реконструкция. Это колокольня при храме. Реставрация храма Феодоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия дома Романовых. Построена в 1910-13 годах. Разрушена 1932-2005 год. До 2005 года разрушили. Молодцы.